Камеры кругового обзора установлены в штатные места. Передняя камера, также камера зеркала. Все установлено по штатным местам. А также камера заднего вида. Также сохранили омыватель ее. И камера с правой стороны. Volkswagen Touareg 2019 года. Установлен круговой обзор. Камеры полностью интегрированы под этот автомобиль, что позволяет очень удобно парковаться, а также совершать определенные маневры. При включении поворотника камера перестраивается под то зеркало, куда, соответственно, мы поворачиваем. Управление полностью происходит со штатного монитора. При наборе скорости больше 20 км в час круговой обзор отключается. Вы также можете сделать обзор, что происходит вокруг автомобиля с разных сторон, под разными углами.